Warning. Engine. Overheat. Собираются добавить апгрейд скинов в магазин. Знаю китайцев. Блять. Надо заново. Обувь демона. Мана нужна. Че? Но мне комфортнее так. Поэтому держите. Так вот, ты заебал. Я записываю. Позволит реже возвращаться на базу за отхилом. Клинок отчаяния. Крылья королевы апокалипсиса. Бла-бла-бла. Крылья королевы апокалипсиса. Добавят в магазин статуи... Да идите нахуй с обучением. Добавят в магазин статуи две новых. Чу. Алдос с фуллстаками может снести одну полоску хп за удар. Итого... По логике вещей. По логике вещей. Экзотическое оружие. Блять, бабки. Сука, заебали орать. По сути, это По сути, это бугуртное оружие. Баф монетки, сапоги, как они назывались-то, блядь, волшебные сапоги. Также выделяется третья... А, нет, это не надо. 16 тысяч, то экономия... Блядь, кот, я записываю! Если ты на пятом месте в команде по золоту или экспе, то получаешь золото или оп, да блядь. Если ты на пятом месте в команде по золоту или экспе... Пешки в убийстве героя на 50%. Сложно звучит, да? Но по... А мид оставить игроку, который не умеет играть в других направлениях. Попался мне тут такой нытик, я прям не ожидал. Вместо помощи в стартом ганге он стоял и печатал сообщение слезного характера в чат, тильтуя всю команду, пока я не сорвался на него. Начнем с фарма. Заск может фармить лес, не показываясь самому, а вызывая порождение через препятствия. Это, наверное... Нет, про нытика надо вырезать. Броня... Зато броня теперь быстро восстанавливается на базе. Это несомненный плюс, поскольку